Все КВНщики об этом безусловно знают, но зрители даже не догадываются, что Александр Васильевич Масляков даже во время отдыха продолжает думать о КВНе. На сцене команда «Незолотая молодежь», город Москва! Фьють, фьють. Добрый вечер, инспектор ГИБДД, капитан Спиридонов. Ваши документы. Добрый вечер. И вновь капитан Спиридонов, и вновь на том же самом месте, на съезде третьего транспортного. Ну и уж, коль скоро вы таким изящным способом решили прервать мой путь на дачу, то, ничтоже сумняшися, спешу сообщить, что уже давным-давно, а уже как более, чуть более полувека, как притчей в языцах является сей мой путь на дачу. Который мы назвали, не мудрствуя лукаво, путешествие. Путешествие в неизведанное. Да. 30 секунд. Традиционные 30 секунд, которые мы даем командам для придумывания смешного, ну и по возможности веселого ответа. Время. Значит, у вас... Нет, сначала вопрос. Ваши документы. Давай, сам шути. Ваши документы. Ваши документы. Не в ударе сегодня, капитан Спиридонов. Ну что же, иди к своей команде в кусты и... И передай ребятам, что если вы не придумали смешного ответа, не нужно выходить с палкой к микрофону и говорить всякую пургу. Ну я в кусты. А я на дачу. Счастливо.